Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба Визуально», где мы обучаем стремительному освоению визуальной машины с нуля. Я приглашаю вас в наш новый проект, который называется «Марафон машинного вязания «Юбка пламя». После того, как мы провели 3 успешных марафона, первый был детское платье, второй – подушка клевер и третий – летняя панамка пень березовый. Мы понимаем, что эти марафоны дали огромную пользу нашим участницам, которые неожиданно создали необычные оригинальные дизайнерские изделия, на которые никогда бы не решились самостоятельно, не потому что они не умеют, а потому что просто в голову не приходило, что это можно сделать так просто. И после того, как 3 марафона уже завершились, мы решили, что идем еще один заключительный марафон, потому что дальше уже идет осень и нужно готовиться к тому, чтобы отправить детей в школу. И не до марафонов будет. Но так как зимой и осенью нам понадобятся теплые юбки, то именно марафон «Пламя» поможет вам связать оригинальное дизайнерское изделие для девушки, для девочки. Яркое, непредсказуемое, эмоциональное, очень в ярких тонах. То, что выделит вас или того, на кого вы будете вязать, из толпы и покажет ваш вкус, вашу оригинальность, ваше нестандартное мышление. И даже если вы пока не представляете, что такое пламя и как это может выглядеть в юбке, вяжите с нами, и у вас все получится. Так как марафон – это вязание на скорость, то вам нужно всего лишь иметь элементарные знания в машинном вязании, чтобы вы могли провязать прямое полотно, а всему остальному мы вас научим в процессе марафона. Неважно, на какой машинке вы будете вязать, сколько лет вы уже вяжете, мы будем применять очень простые приемы, и у вас все получится. Чтобы принять участие в нашем вязальном марафоне, вам всего лишь нужен аккаунт ВКонтакте и почта в Гугле. Пишите ваши заявки на почту post@izbavizualno.rf. Так как с 3 марафонами наши участницы уже справились, то и у вас тоже все получится. Все проблемы будем решать по мере поступления, а сейчас вам нужно всего лишь подать заявку для того, чтобы участвовать в нашем марафоне бесплатно. После того, как он начнется, бесплатное участие будет уже невозможно. Пишите ваши заявки, и мы вместе с вами в начале августа свяжем оригинальную дизайнерскую юбку. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.